Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в мене в гостях Світлана Овсяннікова, керівник студії естрадного вокалу «Звізда» Миколаївського міського палацу культури «Корабельний». Вітаю вас! Здравствуйте! Ви пройшли такий тривалий шлях до того, як створили свою студію вокальну. От розкажіть, як ви до цього дійшли? Ой... Что все началось? Шли очень долго. Началось все с того, что, будучи студенткой музыкального училища нашего, на третьем курсе, значит, все студенты где-то бегают, подрабатывают, прирабатывают, пытаются набраться опыта. Значит, я попадаю в церковь петь, в церковный хор, для того, чтобы, ну, как бы лучше освоить там партитуры. Я все-таки по специальности хормейстер, мне это нужно. И я, значит, предлагают, кто хочет, хочу в церковный хор, хочу ноты выучить, хочу в партитурах разбираться, хочу. Вот попадаем в церковь, значит, попадаются нам ноты 1861 года с печатью, двуглавым орлом, там, капелла графа, не помню, стоимость 5 рублей. Думаю, боже, какие ноты, бумага очень хорошая, старославянский текст, боже, открываем и понимаешь... Как читать эти буквы, как читать эти ноты. Они написаны не в ключах, в которых сейчас работают музыканты, а ну, в старых ключах. И значит, ты же начинаешь вычислять, какая же это нота. Ну, в общем, какие ноты. Тут, вот, тут буквы, тут ноты. Ну, за полгода мы с этой арифметикой справились. Но зато практика эка. Практика, ой, очень великое дело. Значит, ну, а потом, спустя какое-то время... В церковном, в этом ведомстве, в церкви хотят организовать детский хор. И вроде как человека уже находят, все хорошо, договорились, там, оповестили всех, кто хочет, приводите деток. Деток набрали, и тут в последний момент человек говорит, а я уже вроде не хочу. Ну и надо же заменить кем-то. В общем, кто хочет. Я вообще не собиралась, ну так, я хочу, хорошо. Вот. Но на тот момент как-то выбора особо не представлялось, потому что так как это из желающих, то отбивать охоту у желающих было нельзя, и брать, ну, была такая установка, берем всех, там, может петь, не может, значит, научить, если не может, значит, научить. Вот, и это был первый опыт, когда... Начинаешь понимать, боже, как хорошо, когда ты можешь выбрать. Вот тогда, собственно, зародилась идея, что нравится, хочу в дальнейшем, хочу этим заниматься. Ну и потом пошел долгий путь. Сначала по окончании института, ну, значит, пока я учусь в училище, я работаю с детками. Значит, потом институт, учусь в институте, продолжаю работать с детками, значит, все это, вот 7 лет практики этого хора. И так было интересно, знаете, детки, а детки-то попадают в такую же, собственно, в такое же положение, как попали мы. Достаются им эти же ноты с этими же, а детки-то многие читать-то не умеют, даже просто на русском и украинском, не то, что там на старославянском. Пришлось заниматься адаптированием ноток. Вот начинаешь заниматься адаптированием ноток, начинаешь понимать, что нужно упрощать, в общем, начинаешь понимать, что мыслить надо по-другому. Вот. И вот 5 лет назад директор Дворца культуры «Корабельный», тогда он не был дворцом, тогда он был просто Домом культуры, пришел молодой перспективный директор Алексей Александрович Чеван. Вот. И он говорит... Ну, встречает меня, у меня детки ходили туда на танцы, он встречает и говорит, вот я знаю, что вы там работаете, занимаетесь детками, вы не хотите у нас такое открыть? Я говорю, ну, можем попробовать. Он говорит, ну, только ставки у меня нет, могу вас вот на хозрасчет взять. Я думаю, ну, хозрасчет все равно надо пробовать, все равно как бы... Что это надо начинать? Это уже что-то такое, знаете, вот свое. Вот все модельеры, вот все дизайнеры, вот они, знаете, вот кто-то работает в доме там того-то, в доме того-то, но он хочет там открыть что-то свое. Все равно что-то есть эта идея. Я, да, хочу. И там хозрасчет, не хозрасчет, устраивает абсолютно все. Я на тот момент работала в муниципальном театре студии юнацтва, эстрадные песни. Мене керівник
была Татьяна Андреевна Ярова. Вот, вот такой толковый руководитель, хороший администратор, композитор спилки композиторов Украины. То есть, ну, такие титулы у нас просто так не дают. То есть, все надо заслужить, все надо заработать. И вроде бы как бы я работаю с детками у нее, и вроде бы как бы все хорошо, но там немножко другая специфика работы. Там детки больше конкурсники, и у нас все делалось не то, что быстро, а супер быстро. То есть там постоянно какие-то конкурсы, какие-то поехали туда, все поехали. То есть пришли так, мы приехали с одного конкурса, едем туда, надо то-то, то-то. То есть нет времени на какие-то технические мелочи, на какие-то технические нюансы. И там они больше вот эстрадники, сольники. Ну, в общем. У вас не эстрадная, это сольная, да? Нет, у нас тоже есть сольники, но они как вариант, а там вот это как бы основная целевая направленность, вот сольники, 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 а у сольника уже очень много проблем. Один человечек маленький выходит на сцену, артист вот, и он должен собой заполнить сцену. Если он не может заполнить собой один сцену, значит ему нужны помощники. Кто? Ну, как правило, кто? Подтанцовка. Вот, и очень много нужно факторов. А тут у нас идет разговор о том, что вокальная культура, она же предполагает собой, вот в Древней Греции ты считался вот супер одаренным человеком, если ты можешь петь в хоре, если ты можешь слышать товарища, если ты можешь... В общем, и тут предлагают создать свое, вот как ты видишь, как ты хочешь, в общем, бери власть безраздельно, вот, вот сама, как хочешь. Конечно, хочу. Два года назад, полтора года назад наш Дом культуры стал дворцом культуры, и уже нас взяли на, наш коллектив взяли официально на ставку, то есть мы уже часть большой семьи, уже с нас совсем другие требования, другой спрос, то есть очень долгий путь, это вот мой хор у меня появился с детский, когда мне было 16 лет, когда мне было 36, у меня появился уже свой вот, вот большая большое то, что я хочу, дело. У вас эстрадная студия, а я знаю, что совсем недавно вы ставили спектакль по народной теме. Да, ставили спектакль. Он тоже был какой-то эстрадный или... Нет, это было... Модернизировали. Это было наши традиции. Дело в том, что в течение долгого пути мне пришлось поработать, ну, немножко. Немножко я работала в нашей церкви, немножко я поработала в армянской церкви. Знаете, так интересно, сталкиваясь с другой народностью, с другой культурой, ты понимаешь, что пока я работала в армянской церкви, значит, пришлось поучить язык. Ну, как можно? Там же служба идет полностью от первой до последней буквы, все на армянском языке. То есть там тоже была руководителем, и надо было объяснить, что, ребята, 39 звуков. В языке. И начинаешь рассказывать, есть буква К, есть буква К, а есть буква еще как. Звуки, звуки, звуки. Это все вот, давайте как-то, это же теперь армянский же, мы не будем письменность учить. То есть это надо написать, давайте вот палочка по низу, это будет вот этот вот звук, а давайте палочка сверху, это будет вот этот вот звук. То есть когда ты с этим сталкиваешься, ты ходишь на уроки, ну, к преподавателю, то есть ты же получаешь ноты в оригинале, на армянском языке, и... Приходишь на урок армянского языка, у меня такая была вот дама в возрасте, почтенная, вот она говорила всегда, каждый урок начинался с фразы «Армянский народ – самый великий народ в мире!» Я, да ладно! Она говорит, ну почему ты так вот это воспринимаешь? Мы же древняя нация. Я говорю, ну мы нация помоложе. Ну, она, нет, вот должны себя нести. Вот я это так запомнила, что нация, сколько бы ей лет ни было, должна нести свои традиции. И вот несмотря на то, что мы эстрадный коллектив, значит, мы обязаны, как носители культуры, продолжать, значит, традиции своих, ну, предков. И вообще просто традиции должны оставаться. У любой хорошей семьи должны быть свои традиции. И во времена работы в церкви я ездила на колядки с детками, со своими церковным хором, когда мы воспевали вот момент Рождества Христова. То есть
Для того, чтобы воспевать Рождество Христово, надо иметь особое, ну, благословение, то есть пребывать вот в этой среде, в этой атмосфере. А детки, которые вот сейчас занимаются во дворце, ну, они немножко не готовы воспевать это, поэтому мы поставили постановку «Старый Новый год», воспевали героев этого праздника: Василя, Маланку и Козу. Самый такой яркий, красивый, интересный персонаж. Вот, воспевали это все, старались воспевать многоголосно. Что-то, ну, может, получилось, может, что-то не получилось, но первый опыт есть первый опыт. Всем понравилось. Для того, чтобы работать эти постановки, привлекаются специалисты по актерскому мастерству, потому что вокал вокалом, а надо еще эту эмоцию там показать. Коза пришла, она должна сделать удивление. Песню про нее поют, она должна станцевать. Привлекли хореографа. Все танцевали, все пели, все постарались показывать эмоции. То есть искусство синтетично и синкретично. Кстати, раз захватили вот хореографа, какие у вас занятия проводятся вообще? Занятия хореографии имеют абсолютно все группы, от маленьких деток до взрослой группы, старшие детки. Если старшие детки ставят уже хореографию под конкретную песню, под конкретный номер, чтобы, допустим, пришел праздник, Новый год, или там Святой Николай, то есть мы там выступаем около Дворца культуры молодежной, и мы, ну, как бы там несколько дней были эти праздники, очень красиво, вообще оформление, проведение, все очень достойно, очень на уровне, и как же мы, как артисты, будем не соответствовать этому всему, то есть старались, чтобы это все было красиво, также зрелищно, и вот под песню «Святой Николай» полностью, абсолютно поставил хореографу номер со всеми движениями, со всеми, ну, абсолютно со всем. А преподаватель по актерскому мастерству продолжает, то есть когда-то мы выступаем на улице, когда-то это темно, когда-то, может быть, не совсем хорошо освещено, может быть, это не совсем хорошо видно, но когда происходит концерт на такой хорошей, хорошо оснащенной площадке концертной, то, как правило, свет хороший, и зрители, они обычно, ну, вот есть такая закономерность, смотрят на лицо, то есть я детям говорю всегда, вам смотрят в рот, поэтому будьте любезны, открывайте его, и на обувь. То есть хореография и актерское мастерство, но пение все слышат. А пение у вас только коллективное или сольное есть тоже? Пение у нас и солисты, и малые ансамбли, это дуэты, трио. Мальчики у нас там поют казацкие песни, у нас проходят казацкие праздники, и вот нужно тоже на праздниках показывать. Это тоже вот несение нашей культуры, да, то есть кто мы? Казаки, то есть кто такие казаки? Это первоначальные жители территории Украины. Вот, и, как правило, это мальчики. Они показывают казацкий быт. К сожалению, пока мы еще не можем таких делать больших колоссальных постановок, но трио там квартетами они пропевают. И, конечно, все такие большие крупные выступления, где мы стараемся не привлекать подтанцовку, а стараемся полностью номер сделать, воссоздать своими силами. То есть, если одна линия поет, то вторая линия создает фон, танцует. Не просто, не сразу удалось, но вот стараемся, чтобы сами полностью себя обойти. Вы говорили, что первое желание это было отбирать. Вот сейчас вы как-то отбираете или нет? И что вы делаете, если приходит ребенок, и вроде он так хочет, а у него не получается? Желание. Желание – это целый сундук желаний. У каждого руководителя, наверное, есть целый сундук желаний. Хочу такого, 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 такого. На самом деле это очень сложно. Приходят детки маленькие, приходят детки постарше, приходят детки взрослые. Взрослых деток очень жесткий отбор, потому что у меня когда-то был преподаватель, который говорил, если там до определенного возраста вы себя никак не проявили, то, значит, говорит, одна дорога вам – в караоке петь. То есть, если приходит взрослый ребенок, то он проходит конкурсную основу, ты должен прийти, ты должен что-то спеть, ты должен показать. Если приходит ребенок, говорит, я стесняюсь, я говорю, а как же вы будете выступать? То есть, дается какой-то краткий временной промежуток, там, даю тебе 5 минут. Если за 5 минут ты не возьмешься, не соберешь себя и не покажешь, то, значит, а с маленькими детками, конечно, ну, более вдумчиво, если ребенок, бывает такое, что приходит немножко зажат, не может рассказать, то я ему предлагаю, значит, там,
давай я тебе пропою, ты за мной повторишь, или давай я тебе там прохлопаю, ты за мной прохлопаешь. И, ну, как правило, набор способностей видно. Единственное, что прогнозировать, ну, все равно это тяжело. Никто не знает, что будет. Даже имея хороший набор способностей, имея вроде бы как какое-то желание, ребенок попадает вот в систему и начинает работать, и он не всегда проявляет себя так, как ты думал изначально. Есть ли у вас дети, которые вот с самого-самого начала, как вы только попали в Дом культуры, в Дворец культуры? Верные, верные. Да, верные, которые самые верные. Идут с вами. Да, есть у меня такие детки, которые, и вот они пришли даже, так интересно, написали объявление, совершенно неожиданно пришло очень много деток. Многие пришли, многие потом со временем отсеялись, ну, детки же растут, там какие-то появляются там поступления куда-то, вот, то есть свои какие-то уже другие задачи, которые нужно выполнить. А вот пришло три девочки у меня, и вот они вот по сей день поют, это мои ведущие солистки, это вот у меня есть Настя Остапюк, есть у меня Валерия Чайковская. Я все время говорю: Лера, у вас такая фамилия, Чайковская. Она: так что мне музыку писать? Я говорю: нет, музыку писать не надо, просто хорошо пойте. И Лера пришла, она так вот, ну, зажатенько, так вот, собранненько. Сейчас начали петь эти колядки, боже, вышла из класса на минутку, зазвонил телефон, говорю: так, я сейчас два слова скажу, а вы пойте, я вас слушаю. И вот, значит, два слова сказала, и стою уж за дверью, слушаю, как же они там без меня поют. Я слышу, кто-то так, ну, так громко, я думаю: ну кто это у меня, кто это так распелся? Захожу и говорю: слушайте, а кто так кричит? А самая моя ведущая, Настя Остапюк, говорит: это не я. А я говорю: кто? А Лера такая: это не я, а Настя, это она. Я говорю: ну, Настя, не пойте, Лера, спойте мне сами. И так прямо вот, прямо, ну, оперная тебе певица будет со временем. Ну, в общем, стараются, очень хотят. Тут, оказывается, всплывают подробности, что вот бабушка когда-то ходила. Мне как сказали, что бабушка ходила, я вот тоже захотела. И очень не такие, вот, знаете, старательные, когда приводят деток мама там или бабушка: вот мы хотим. Мало, чтобы хотели родственники. Надо, чтобы талантище хотела. А если талантище ничего не нужно, то... Вот, кстати, остался без внимания вопрос, что если ребенок очень хочет, а не получается у него... Вы знаете, легенда есть такая, да, две лягушки попали в графины. Да, которые... Да, и одна была, очень хотела выбраться, и вот она лапками барахталась. В свое время, поступив в музыкальное училище, значит, ну, как бы там контингент выбирался, четыре человека шло на место, и, значит, среди нас попала такая девочка, она такая вот смесь азербайджанка и русская девочка, вот мама азербайджанка, да, папа русский, и, знаете, это такая вот такая жгучая смесь, она поступала, Эльвира, она была такая вот у нас богиня, вот она так пела, она... вот эти все арии, вот она там Кармен исполняла все. А, боже, Эльвира там, в общем, собирался. Это был первый курс. Нас мы были, мы вроде как, ну, тоже что-то умели, но на ее фоне мы терялись. Второй курс мы учимся, нас же грызет, как это вот Эльвира поет, а мы чем хуже. К третьему курсу вот это вот дух соперничества и желание, знаете, вот быть лучше. В общем, к третьему курсу мы все запели, как Эльвира, а к четвертому она просто на нашем фоне потерялась. Наверное, потому что человек долгое время был... Ну, вот он привык, что вот, ну, я один такой, и как бы вроде конкурентов мне нет. И поэтому я деткам своим все время говорю, что вы не думайте, что вы самые лучшие. Говорю, вот мы поедем с вами на первый конкурс, и вы поймете, что лучше вас сколько деток. И говорю, если вы не будете стараться, то, ну... Все время надо стараться, стремиться и быть в зоне дискомфорта. Вот все великие люди, почему вот они становятся великими? Потому что нет этой зоны комфорта. И вот они все время пытаясь попасть в эту зону комфорта, человек прикладывает какие-то усилия, благодаря которым он улучшается, совершенствуется. Ну, в общем, ну и в некоторых моментах грешна. Создаю им эту зону дискомфорта и заставляю, вот внедряю это дух соперничества. Я знаю, что у вас в Дворце культуры очень много разных коллективов, и цирковая студия, и танцевальная, театральная. Вот вопрос такой: а если заходит человек, заходит ребенок, у которого все таланты
Вот как бы вы его к себе там подозвали, агитировали? Почему именно эстрадный вокал? Ну, вот у нас такие моменты происходят агитационные во время концертов. Понимаете, тут вот как увидеть нашу работу? Каждодневный труд его не видит никто. Его видят во время праздников и во время концертов. И, ну, тут уже все силы вкладываются в то, чтобы это вот было смотрибельно, чтобы это вот, я всегда деткам говорю, вот вы должны выйти и так спеть это легко. Я никому не буду рассказывать, какие мы там с вами, сколько нюансов, как нам это тяжело давалось, у кого там было сколько истерик, и кто там кричал, у меня никогда не получится. В результате же у вас получилось. И говорю, эта легкость, вот привлекательность какая-то такая вот чарующая должна быть. И еще очень много боремся за то, что вот артист — это, по сути, фокусник, маг и волшебник, да, вот тот, который танцует, артист, вот он вышел, зазвучала музыка, народ остановился, допустим, его внимание привлекает музыка, артиста еще нет на сцене, вот он вышел, и ты вот загипнотизирован его движениями, как он это делает, ну, никто же не видит этих часов работы, то есть это должно быть настолько все, это искусство, одним словом, это искусство. Вокал – это тоже искусство, то есть ты голосом должен создать такую магию, чтобы оторваться от тебя было невозможно. Как говорил, ну, кто-то из великих, говорит, это искусство давлеть на сознание общественности. Детям, конечно, этого пока не объясняешь, но говоришь, что вы должны спеть настолько круто, и вот это начинается. Кто насколько круто может, все начинают стараться. Ну, опять-таки, дух соперничества, а лучшему достанется, что достанется? Поедем на конкурс. А что на конкурсах? Ну, сейчас дети, они такие немножко меркантильные. Пришла разнарядка, в ней написано, значит, конкурс колядок, там указывается город на Западной Украине. Значит, призовой фонд 20 тысяч. Дети, как услышали 20 тысяч, мы едем. Я говорю, подождите, вот давайте сначала выучим, сначала сделаем, давайте, чтобы нас здесь увидели, чтобы здесь хоть один человек сказал, что это классно, что это круто, что вы лучше всех, вот тогда мы с вами поедем. И вот если дети, которые приходят, они, видя это все равно, ну, нельзя навязывать это ребенку. Ребенок должен сам увидеть и сам выбрать, и сам захотеть. Вот тогда с ним есть смысл, ну, как бы работать. То есть целенаправленно я не могу завлекать, вот мы лучше всех, как на ярмарке. Я поняла. А еще такой вопрос. Почему в наше время важно детей отдавать вот подобные заведения? И как вы думаете, почему привлекает ваш Дворец культуры? Ведь дети, которые закончили, они же не получают сертификаты какие-то обучения. Вы знаете, детки, которые заканчивают, вот начнем с того, что кто хочет, тот добьется. Наш Дворец культуры, он дает толчок, он дает старт, потому что... Ну, можно закончить и музыкальную школу, и тоже никуда не поступить. Но это же такое дело. Нужно хотеть. Но детки, которые учатся, либо ну, вот театральный кружок, либо вокальный кружок, либо вот цирковая студия, либо вот вокальная студия, либо прикладное искусство. Вот это все. Оно развивает личность, формирует личность. Делает человека эстетом, делает человека целеустремленным. Потому что даже... научиться играть на том же, там, на губной гармошке, не будем говорить, там, за пианино, там, за баян, там, за гитару. Губная гармошка. Чтобы научиться на ней, как говорил мой дедушка, плохенько дудеть, надо, говорить все равно приложить очень много сил и времени. То есть, чтобы достичь минимального успеха, нужно приложить огромное количество сил. Ну, и так оно, в принципе, в жизни и есть, что это в любом деле. То ли это вот сейчас маркетинг или там продвижение чего-то. То есть это формирует личность, стойкость, целеустремленность, логическое мышление. Ну, то есть все вместе, все в комплексе формирует личность как таковую. А если ребенок будет дома сидеть, ничем не заниматься, только в планшете в игры играть, ну, такой будет результат. Какой? Никакой. У нас осталось всего пару минут, и у вас есть возможность, как-то так уникальная, поздравить с... С всех, наступающим, да, Новым годом. Ну, хотелось бы всех зрителей канала. И не только канала. И не только канала Николаев поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем в Новом году здоровья, ну и каких-то успехов. У кого-то творческих, у кого-то других, но успехов. Обов'язково розвивайтеся, бажаю нам всім мирного неба. З вами була сьогодні Олена Клепа, і зустрінемось рівно за тиждень у наступному році.